Жительницам Камчатского края с 1 сентября этого года будет вручаться подарок для новорожденного. По поручению Владимира Викторовича Солодова и с учетом мнения фокус-группы и мамочек, которые смогли оценить, посмотреть, рассмотреть весь набор, был сформирован непосредственно вот этот вот набор «Подарок новорожденному», который будет вручаться как при выписке из роддома, так и при получении свидетельства о рождении в органах ЗАГСа, то есть тому, как будет удобно. Набор сформирован с учетом потребностей, наверное, молодых мамочек, которые только выходят из роддома. То есть это первое, самое необходимое, что может нам понадобиться в первые дни. Начиная от пеленок, полотенчик, одеяльц, памперсов, которые непосредственно тоже нужны, бутылочки, соски, постельное белье. Все это сформировано и входит в этот набор. Порядка 13 предметов, которые собраны в этом наборе, будут, скажем так, вот вручаться мамочкам.